Опс. Здоровайся. Всем привет. Всем привет. Ты мне на сок налила? Угу. Себе, così. Allora, не надо, Сань. Кушай сейчас дел. Виноград детям. Все, у меня глаза начинают уже слезиться от насморка. Каки. Так, каки. 2.34 в Каррефуре. 4 штучки. Тебе нравятся каки? Да. Когда ты кушала. Лимончики. Ой, как у меня голова болит, господи. Ой, если я заболею. Бедная маленькая, бедная. Бедная маленькая мама, да. Давай, здесь буду я разбираться. Будешь ты разбираться? Нет, я Петрушечка. Петрушечка. Маленькая. Маленькая, холёсенькая. Красивенькая. Боже, кто ж тебя придумал? Назовите мне имя, кто придумал Петрушку. Ну, блин, столько рыбы купила, я так есть хотела. Знаете, когда в магазин идешь, человек будет, наверное, мешать мои лампочки. В магазин идешь на голодный желудок, и то хочется, и это хочется. Сейчас все это чистить, надо приготовить это. Ну, поломалась. Боже, какая красота, господи. Какие розы? Как можно розы любить? Посмотри, сейчас. Натурпродукт. На. Какие розы? Боже, какая красота, какая красота. Ой, я сейчас в пижаме, наверное, меня будет видно. Лук, помидоры, чеснок купили. Паста с альмоной будем делать. Девочки там, кстати, просили, говорят, сделайте пасту с альмоной. А другая девочка написала, говорит, я не могу воспользоваться ни одним вашим рецептом, ничего не понятно, вы не показываете полностью блюдо. Мы все показываем. Когда сок приготовили, просто пасту надо, нет, итальянцы, они не... Если вы делаете там с креветок сок, соус, или там, ну, подлива, я не знаю, кому как удобно называть помидоры. Вот, и итальянцы, они просто не доваривают пасту, и потом в этот соус, они пасту или там спагетти, кому как удобно, они добавляют в этот суго, и потом они еще там несколько, там 5-7 минут еще готовят, там, или там 3 минуты в этом суге, чтобы оно пропиталось сама паста. Они не смешивают вот так вот. То есть они не доваривают пасту, а потом ее добавляют в этот самый суго, коца. Буду чистить коца. И я взяла анчоусы, ачуги. Видите, я уже научилась говорить анчоусы. Анчоусы. Сейчас буду все это чистить. Ки, София. Дерево кикало ли ста черкандовы, Опс, переключаемся. Женщина показала в магазине. Так берешь бошку, отрываешь, так опс. И тянешь вниз, видите? Потянула, раскрыла и вытащила косточку. Да, будем сегодня есть ачуга под уксусом. Под ацетоном. Под ацетоном. Ой, слюнька течет, господи. Почему у меня мужик рыбу не ловит? Так бы ходил на рыбалку бы, классно было бы. Рыбку бы свежую домой носил. Вот так. Опс. И все, и будет невкусно. Опс, смотрите, я ее порезала, добавила ачету. Главное, чтобы оно было все в ачетоне. Боже, я не знаю, как привязался этот ацетон, этот ужас. Вот, таким я пользуюсь. Написано просто ачету ди вино бьянко, она с белого вина, все. Потому что меня спрашивали, сколько градусов. Я не знаю, мы как-то вот это покупаем, сколько тут градусов. Не знаю, где-то написано градусы тут. Я даже без очков и не увижу. Не знаю. И все, сейчас закрою крышечкой, и пусть оно стоит. Я начну сейчас резать коцы. Не резать надо их, а это. Почистить. Все, она будет готова. Она сейчас постоит,
пару часов, и все, можно будет кушать. Ой, у меня прям слюни текут, я прям не знаю вообще. Ой, издеваться над самой собой. Оп, переключаемся, уже освещение вообще плохущее. В этот раз я себе не сказала, если я взяла 3 упаковки, 2 и 3. 3 мидий. Почищу. Уже, правда, в постель хочет залечь. Под вечер начинает вот это вот, чтобы температура не было. Она сказала, что они хорошо почищены, там только надо убрать вот эти вот штучки, водоросли, и все. Я так сейчас быстренько, пока Карлос побежал, забыли купить панну, сливки на пасту. Забыли купить, побежал в магазин, пока открыт. Это чистое. Очуги постояли час в уксусе. Солю, покрываю один слой луком. Вот. Конечно, Карлос говорит, лучше бы очуги вот эти вот, да, анчоусы, килька, как я ее называю, сардина. Нет, лучше бы, конечно, им постоять ночь. Ну, в принципе, в ацетоне, в уксусе постояли нормально. Сейчас мы сделаем это, а потом их зальем маслом оливковым. Я тоже показывала, когда я делала. Но! Вот так вот. Немножко соли. Потом маслица. Здесь я лук порезала, здесь я уже косы почистила. Хотела, уже пижаму одела, хотела расслабиться. Сейчас попробуем. Это сказка, это еда богов. Я уже пижаму одела, хотела, думаю, сейчас поедим. Лягу около телека, потому что чувствую, уже знобить начинает. Господи. И это. Приедет сейчас Джада с Максом. Сашенька, открой, пожалуйста, доченька. Это, наверное, София. София ходила мусор выбрасывать. Это Карлос. Говорю, идите в комнату. Вы в комнате уберите. Сейчас папа приедет, а у вас там срач такой, Саша. Анкисоточе, да притута. Фатоку мадетате, чугич, вола, подисали. Господи, все, лук порезала. Школа там. Так, я сейчас делаю. Ты мачили, сколько чуги сон, что ты дичи? Да. Ты ли мачи тут это? Я, все я, все съем я. Аспетта, аспетта. Пришел, блин. Дай, санта, ва, ти леви, ва, он са кучина, левати. Где се фа? Io ora io non ho visto cosa hai fatto sotto. Cipolla. L'olio non ce l'hai messo. Ancora olio no. Ma prima sopra. L'ho messo ognuno, olio, cipolla. Chi ha detto? No, te lo dico io perché rimangono tra di loro secche. Dovete dire su da te non umiesh, готовить иди. Видите, как классно. Dove posso buttare? Готовить не умеешь? Все, иди. Делай piatto sotto, prendi il piatto, apri l'armadio. Armadietto, è unico che ce l'ho l'armadio in cucina, non è che ce l'ho. Vale. И вай ли ин фондо че пьято? Есть, есть там, смотри, наклонись, животик мешает наклониться. А это ла панча ти фаскомада ди абасарси. Чер пьято ли ин гвардати ли. Все же сделала я эти очуги. Questi devono stare ancora sotto l'aceto. Levami qua questo. Guarda qua, che tu dici che te le mangi tutte te, non ti vergogni. Si vergogna questa come cosa ha mangiato. Scusami, dai, su io potrei. Che schifo. Ah, guarda un po'. Madonna schifosa. Allora, ti taglio la cipolla o no? Tanta. Perché te non hai la pazienza, capito? Da te, butti tutta all'aria così. Ti conveniva, scusami se dico una cosa, c'è di sempre aceto, c'è? Niente, acqua. Allora, aceto o acqua? Sta lavando dall'aceto. È sbagliato. Lo sai cosa ti conveniva fare, Maria? Facevamo le porzioni per noi e quell'altro le lasciavi sempre tutte nell'aceto fino a domani. Domani te le facevi. Sì, l'aceto ora le metto. Oh. E allora, leva l'acqua. Piango. Oh, non ce la faccio più. Tu, зачем ты это бросил? Leva l'acqua di lì, leva quell'acqua. Mettici l'aceto e lasciale stare. Dammi aceto.
Non lo so dove. Nell'armadio, Carlo, nell'ultimo, dove c'è la pasta? Non la so questa, non la so quella, dammi questa, portacene qua. Vai! C'è sto spatticciotto. Guarda che. Te hai fatto un pastrocchio, non le acciughe la povera, guarda. Non c'è, quando non c'è cuore, amore. Vai. Passione. Fatto, per la fai cucina. Vedere cosa stai facendo. Non c'è, quando non c'è, non c'è. Capito? È uguale, era, facevo anche no, io. Uguale no, alla fatta. No, non è uguale. Non è uguale. A cosa non è uguale? Piglia l'olio. Drugai e tarioca. Piglia l'olio. Drugai, piglia l'olio. Te le mangi queste, non è di da. Più. Io le di mangi, più, dai, ancora. Tutti mangio. Какая разница, тарелки, тарелку перелажут, я точно так же, анки, я ли фачева угвали. Но ли фай угвали, дам им подачета. Да, римаса с его квеста. Он че воле квест. А? Он че воле квест, че воле куру дивино. А коли альтра финито дивино? Да. Да, какая разница, каким ацетоном заливать? Ce l'ho dopo perché te l'ho sciacquato e sanno di sciacquatura. Нет, non tutti, Carlo, я не все помыла, господи. Ну ладно, делай, если тебе нравится, делай. А ma sorridi, tanta te cazzo. Ah, ridi, eh? Non rido, потому что ты меня... Bugiarda davanti lì. Да не бе, non è vero. Не слушайте его. Bugiarda. Ой, Карло, все, много говоришь. То же самое, что я делала. Amo, basta mangiare. Sono miei. Sì, sono tuoi. Era ancora. Per le cose ti era lasciata libera, no? Piatte. No? Va bene. Queste bottiglie da buttare, no? No, quella pulita lì. Guarda, Carlo, ce la cebolla qua. Sì, no, lasciala là. Quella pulita lì anche là. Quell'altra muffosa si butta perché ormai. Perché non è buona lì che si è rovinata. Taratiratirata. La menina go sbaglio. In a rose by you. Baby, then it was by you. He's a rose by you. Помидоры не ставлю в холодильник, но пришлось поставить. Та-ра-та-ра-ди-та. Где музыку включать? Чем дела музыка? Ти-ра-ти-та. Че ли мани пулита? Вай, су, 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 я не умею. Не, у меня не работает компьютер. Амори, но компьютер. Телевизион, телевизион. Ама, ми фай. Уна, дай мне. Можно одну? Ragazzi, ci sono i rossi d'acciughe. Mm. Già. Dopo devi mangiare la pasta, però non mangi. Mangio. Mi fai buttare le cose poi. Ma che mangi tu? Eh? Un po' di sale ci voleva. Ma non ci vuole di ricetta il sale. Tu guardi che ci vuole tanta cebolla, guarda. Sì, sì. Nuova... Io ti ho narizzato la luca, plata la stai. No, stai tranquilla, calmati, rilassati. Piangeva io, da quando... Давай, когда finisci, poi faccio vedere. Come l'ha fatto. Allora, facciamo questo tavolo. Fai vedere il piatto. Certo. Ну, красиво, красиво, конечно. Ты артист. Классно, красиво, bello. Si vede la mano diversa. Да, видно сразу, что делал ты. В этом ничего не могу сказать. Давай, немножко прицелу. Attenzione. Questo puoi pure buttare, sto cotto, mi piace. Это моё любимое. Это preferito. Угу. Questo, ma capisco pure il rosso. Ты взял карты, я тебе сказал, купи бумагу. Салфетины надо напрезать, как? Ли, ли, салфетины. Sì, questa, come... Come andare al bagno questa qua. No, questa carta igienica, туалетная бумага. Questo è rotolo di casa. К нам едет телевизор, понимаете, потому что... L'avevo messa. Кошмар. Devo strappare, strappo? Spezza la... Poi se vogliono ancora. Aspetta, dai, c'è la бумага, положи. Кошмар какой-то, вообще ужас, провокация! Ужас. Пойди туда, сделай то, сделай та. Че не это самое? Так красиво очугу Карла сделала, потом покажу блюдо, как красиво сделала. Она как холодные закуски пойдут. И сейчас будут бутики делать. Разные. Ну, как антипаста. Света мало. Когда видео снимаешь уже вечером, видно, что не хватает света.
Вы хлеб режете такие вот, когда покупаете, или тоже ломаете? Ну, на бутерброды, да, он режет, а так, когда кушать, ломаем всегда. Пришлось джинсы одеть, конверсы одеть. Нарядиться, короче, заставил. Где-то, наверное, петрушечку мою убирать. Виноградик. И как, и вообще прям бери и ешь уже, прям вообще готовое. Спелые взяли. Видишь, ависта? Кашу пан. Ну, на вашу ла фрукта тутала, вообще посту, ну? Вы сакеты на кисели? Ora vediamo, mettilo qui. No, vai che guarda sempre lui. Allora, sono tutti questi parini. Ti volevo prendere con la videocamera come stai facendo. Cosa stai mettendo, fai vedere? Formaggio fresco e... Ah, da sirsegge. Apri. Tanto è una buca. Tira tira ta tam ta. Ok, io faccio questo mondo. Dammi pizzettino piccolo, quell'altro. C'è. Io chiedevo salmone, corno. Questo non è salmone, questo è... Di là, pizzettino. Di là dopo e per gli altri. Di là. Di là. Ma te da quando è che mangi? Da bene. Tutta la settimana? Già, io ce li faccio. Appena non ce l'ho. Aspetta, quello è per te. Sei vestita, Sasha? Sì, guarda. Блин, кошмар. Начинаем делать коцы. Сначала мы их включаем без воды, без ничего, без сока. Просто аченду? Sì, sì. Mamma mia, Carlo, ti ribambito oggi. Amo, chiudo? Quante cose sto facendo? Chiudo? Oh, no. Sì, chiudi. Te davo un tam tapo. Aspetta, ma infatti ci penso io, chiudo, ci devo mettere ancora. Oh, tua fidanzata è arrivata. Vai, vai. Di vista, Carlo, sta facendo. Fai quello che devi fare. Это все в моей душе. Высоко, где по крышам ходит ночь, далеко, где живет печальный дождь, я лечу к тебе, распахни поскорей, сердце дверь холодно уже. По щеке, а тебе, ну зачем больно так ранишь крылья? Это все в моей душе. Это все в моей душе. Высоко, где желание облака. Далеко, где течет любви река. Нарисую я города, где любовь ты стал в сумраке ночей. Я хочу тебя разгадать, ты же мой идеал, нежный ветер. Это все в моей душе. Да, Самар, слышишь, как знаешь, что мне нравится? Вот ты, смотрите, так ты его манджаре ора четриоло? Con le cozze, no? Anche te le mangi, mangia tutto, Marina. Anche te le mangi quelle affari lì. Ascoltate, invece, mangiate... Colinca. No, aspetta. No, aspetta che tiriamo il coso. Spastiamo. Beh.
qua della pasta, dopo lo dovrei mettere. Guardate che bellezza, guarda lì. Guarda me, allora. Sei impegnata. Guarda. Buono, mamma mia. Che sale? Un po'... Come si chiama? Ah. Ma buono. No, io non lo faccio. No, dai, mettiamoci la sua. Dai, dai, dai. Aspetta, non fa una cosa al sasso. Ah. Dai, salutatemi tutti per tanto. Ma salutami tutti perché non vabbè. Dai, dai.